свои лучшие времена это местечко считалось настоящим музеем. А теперь просто захолустье, известное лишь старыми страшилками. Побывать там и злейшему врагу не пожелаешь. Так, вот и он, дом правосудия. Ха. А он вовсе не такой заброшенный, как кажется. Лучше бы я был неправ. Твою мать! Это что еще за дерьмо? Что это такое? Свежая краска, похоже, только что написали. Дочка от матери ведьмы сбежала, только сама лишь ведьмою стала. Кара настигнет ее в эту ночь, сгинет в мучениях блудная дочь. Блин, это про Джой.
Оперативный штаб. Дело звонаря. Надо тут все осмотреть. Стоп. Похожее убийство. Но между ними десятки лет. Что это значит? Подражатель или заговор? Что еще ты спрятал в этом доме? Урод. Что это было? Я чувствую всей кожей, какая невероятно мощная аура у этого дома. Как в музее, где пытается возродиться древнее зло. Надо рассказать об этом полицейскому Бакстеру. Не исключено, что это жизненно важно.
Господи, Бакстер! Я должен был тебя остановить. Ронан? Что за чертовщина? Ты больной ублюдок! Скажи, зачем? Зачем тебе понадобилось убивать всех этих маленьких девочек? Ты думаешь, это я звонарь? Ты что, совсем спятил? Я никого не убивал! Ты должен мне помочь. Где мы вообще? Нужно выбираться отсюда! Нужно выбираться, так теперь мы с тобой друзья, да? Ха-ха-ха. Рассказывай, что тут происходит. Так кто тебя убил? Звонарь, придурок. Но я не успел разглядеть его лицо. Где убийца? Не знаю. Он может быть где угодно. Но когда мы дрались, он кое-что сказал. Стой. Убийца мог говорить? Ну да. Кажется, я его разозлил. Сказал ублюдку, что он скоро сдохнет. А он такой: я знаком со смертью. И что-то там вроде: мое орудие смерти снова ждет работа. Мое орудие смерти? Но он убивает всегда по-разному, не понимаю. Да, я тоже. Придется разбираться, что это значит. Что ты здесь делал? Шел по следу. Я никогда не бросал это дело. Мы с экстрасенсом, с Кассандрой, выяснили, что звонарь охотится на медиумов, а потом берет и казнит их, как ведьм. Я уже не мог бросить дело, даже после приказа Рекса. Так вот почему ты был в музее. Ты знаешь, где скрывается Кассандра? Она хоть жива? Думаю, да. Я отвез ее подальше, в дом за городом. Боже, так она жива. Я думал, она давно погибла. Вот теперь Джой обрадуется. И не останется одна. Кассандра упоминала свою дочь? Только о ней и говорила. Мы искали Джой, хотя это было очень рискованно. Кассандра умоляла меня выяснить, где ее дочка, но я ее не нашел. Ты сейчас удивишься. Джой помогла мне сегодня. Конечно, один ты бы так далеко не продвинулся. Ну да, как и ты без помощи ее матери. Так, возвращайся к Кассандре. Проверь, как она там, и отведи в участок. Что будем делать? Я по-быстрому загляну в подвал, а потом составлю план. Надеюсь.
Черт, что тут произошло? Но ты знаешь, что тебе не избежать заслуженной кары! Но ты знаешь, что тебе не избежать заслуженной кары! Я думала, это справедливый суд! Так
Где же он? Суд не место для твоих грязных наветов. Ты исчадие ада. Своими ложными обвинениями ты посылала невинных на смерть. Сегодня их родные увидят, как свершится правосудие. Ложными обвинениями? Что за мерзость ты малюешь? Мой знак, как клеймо, прожжет плоть этого города. Пусть это займет целую вечность, но я постараюсь, чтобы колокол прозвонил по каждой ведьме в Салеме. Стоп. Выходит, мой убийца Абигайль. Она звонарь. Разве это возможно? Нужно выбираться отсюда и выследить ее. Если Рекс пропал, значит, все происходит прямо сейчас. Козел, куда ты дел Джой? Орудие смерти, то есть ее смерти, там, где ее казнили. Речь идет о виселице в музее. Держись, малышка, я иду.
Ни одно убийство нельзя оправдать. А когда некий псих начинает убивать людей, руководствуясь своими представлениями о высшей справедливости, это еще отвратительнее. Джой! Ронан, спаси! А ну-ка, не с места. Нет, только не ты, Рекс. Она тут совсем ни при чем, убегает. Еще как при чем. 300 лет мы казним ведьм, наводящих порчу на наш город. Туда, вниз, идем. Тех, кто заключил договор с дьяволом и обрел силу, которую обыкновенного человека быть не должно. Так же, как и ты. Не смей сравнивать ее со мной! Полегче, полегче. Руки вверх, живо! На помощь! Только не делай глупостей. Руки вверх, не шевелиться! Руки вверх! Быстро! Абигаль, стой! Ах ты, сука! Что ж ты делаешь? Не сейчас. Так это все была ты. Ты слишком близко подошел к разгадке. Ронан, сделай что-нибудь! Держись, малышка! Я сейчас. Все кончено, бегай. Пришло, Абигейл Уильямс! Нет! Ты проклятье Салема! И сейчас ты заплатишь за свои грехи! Не может быть! Что, хочешь залезть в мою память? Ну что ж, попробуй! Я знаю правду о твоей смерти, но до сих пор ничего не знаю о своей. Так значит, меня убил Рекс, мой друг. Рекс был самым авторитетным. Самым уважаемым, грозным представителем власти. Конечно же он. Это точно был не Рекс. У убийцы Роуз были голубые глаза. Для каждой цели у меня был свой убийца, не один и тот же. Бакстер. А зачем ты убила Бакстера? Я всех сначала использую, а потом убиваю. Особенно тех, кто подошел близко к разгадке.
В той комнате я не был близок к разгадке. И я не один из убийц. За что ты убила меня? Не мог. Нет, этого не было. Да я бы в жизни. Ты сделала меня убийцей. Ничего, ты отправишься со мной. У всех в душе есть темный угол, иногда это очевидно, иногда нет. Если повезет, в этот темный угол никто не заглянет. Перед законом Райхс был убийцей, но закон зачастую слеп. А Джой все знает. Она ни за что не станет обвинять Райхса. И, надеюсь, поможет ему скрыть улики. Я одно могу сказать. Она гораздо лучше, чем я был в ее годы. Девочка достойна прощения. Она его заслужила. А мелкие правонарушения, которые она совершила, пока искала мать, на это даже самые суровые копы закроют глаза. Звонарь перестал убивать после того, как с Абигайль было покончено. Но его дело так и не закрыто. Воспоминания стираются, время лечит. Если повезет, Сален ждут лучшие времена. Смерть – расплата за все долги, так говорил мой отец всегда. И я в это верил. Но оказалось... Жизнь не кончается, пока все не исправишь. Пока не уплатишь все, что должен. До конца. Только тогда сможешь двигаться дальше. Ронан.